главной тенденцией этого ноября для рыб станет романтика и любовь. Ну, очень много любви и романтики. Причем чувственный аспект настолько вас поглотит, что вы вообще забудете о других важных сферах вашего существования. Да что там работа, дом, финансы и прочие мелочи будете думать вы, наслаждаясь этим несвойственным для унылого ноября романтическим общением и флиртом. Конечно, подобное поведение нельзя осуждать, хоть многие будут относиться к нему с неприкрытым скепсисом. Вы же не станете реагировать на критичные замечания в свой адрес. Если точнее, ваша романтическая слепота попросту не позволит вам их заметить. Почему рыбы в ноябре 2017 будут вести себя так, словно за окном наступила весна со свойственной для нее жаждой любви и романтики? Все дело в том, что главными опекунами для вашего знака станут лиричные Венера и Луна. Обе планеты отвечают за чувственно-эмоциональный аспект. Венера, конечно, сделает все зависящее от себя, чтобы во главу угла в ноябре вы поставили сферу своих любовных привязанностей. Вы будете много, ну слишком много времени уделять романтическому общению и флирту. Кроме того, в ноябре в вашей жизни произойдет очень много интересных знакомств, каждая из которых будет балансировать на грани между дружбой и любовной привязанностью. В свою очередь, Луна позаботится о том, чтобы ваш внутренний мир стал более возвышенным и лиричным. Конечно, тяга к возвышенности всегда прослеживалась в вашем характере, но в ноябре эта черта достигнет своего апогея. Причем теперь вы будете не просто мечтать о романтике и духовной красоте, но и предпримете ряд конкретных шагов, чтобы окружить себя духовной красотой и романтикой. Пока рыбы мечтают, выстраивают свой личный фронт, знакомятся и флиртуют, у них появится очень опасный и очень изворотливый антагонист в лице Меркурия. Стоит ли уточнять, что планета, ответственная за финансовые успехи и проигрыши жителей, планета Земля весь свой негатив сосредоточит на материальной сфере людей, рожденных под созвездием рыбы. А вы, в свою очередь, будете всячески усугублять без того сложную обстановку. Чего стоят роскошные романтики, бесконечные встречи, изысканные подарки, на которые в ноябре вы потратите колоссальную часть своего бюджета? Надо отдать должное, личный фронт рыб в конце этой осени будет едва ли не образцово-показательным. Чему тут удивляться, если любовные отношения и все, что с ними непосредственно связано, станут для вас основополагающими? Так, если вы довольно давно вступили в брак или создали прочные отношения, этот промозглый ноябрь станет для вашей пары вторым медовым месяцем. Рыбы, которые пока только ищут свою любовь, в ноябре заведут не один, а сразу несколько страстных романов. Нет, нельзя сказать, что вы превратитесь в легкомысленную и аморальную особу, способную водить за нос толпы своих поклонников или поклонниц. Надо заметить, каждый свой ноябрьский роман вы будете воспринимать очень и очень серьезно. Просто пока вам будет сложно определить, кому из этих людей вам следует отдать свои предпочтения. Вот почему вы будете держать возле себя каждого из них, все больше и больше привыкая к своей полигамности. На всем, что касается карьеры и финансовых дел людей, рожденных под знаком рыбы, не стоит останавливаться слишком подробно. Если точнее, в вашей профессиональной судьбе практически полностью исключены переломные моменты, значительные перемены и прочие важные обстоятельства. Если вы являетесь служащим, в конце осени вы продолжите выполнять свой служебный долг, не проявляя при этом особого энтузиазма.
Вам будет даже несколько странно смотреть на коллег, которые готовы дни напролет трудиться ради карьерных успехов. Вы будете недоумевать, почему и зачем эти люди тратят столько времени и внутренних сил на какую-то там работу, когда в жизни есть вещи куда важнее и интереснее, например, любовь и романтика. Рыбы, занятые в сфере индивидуального предпринимательства, в ноябре 2017-го рискуют обрести массу сложнейших проблем. Конечно же, по вине своего излишнего романтизма. Пока любовь полностью затмевает ваш разум, вы переложите ведение всех бизнес-дел на человека, который уже не раз успел доказать высокий уровень своего профессионализма. Правда, в ноябре ваша ставка на него не сыграет. Этот человек либо сольет важную информацию о вашем предприятии одной из конкурирующих фирм, либо решит набить свой карман деньгами, которые вы ему так опрометчиво доверите.